Hey, guys, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Made of Scare. Это что-то в жанре... Ну, это жанр хоррор. Я так решил, короче, разбавить немного видео на канале, то мне, допустим, те же Metroidvania, да, в основном выходят. Либо просто какие-то RPG-игры. Я думаю, надо запустить, нужно снова пройти тест на храбрость, так сказать. А ведь у нас был... Кажется, последний хоррор это Outlast и Dead Space. Но довольно мало я прошел хорроров, поэтому... Вот оно. Made of Scare. Новая игра, поехали. Да. А, тут, короче, три уровня сложности у нас есть. А, на первом у игрока больше здоровья, враги слабее и менее агрессивные, много боеприпасов и аптечек. Скорее всего, будем стрелять или что имеется за боеприпасы. Средние. Враги более чувствительны к звуку и очень внимательны. Боеприпасов и аптечек мало, но они есть. Враги могут задать вам хлопот, но они будут подавлять. И сложно, это количество сохранений ограничено. Враги появляются раньше, и они намного сильнее. И враги будут беспощадно преследовать вас. По сравнению с другими играми, я знаю, что я буду брать легенькое. Поэтому... Посрать. Так, немножечко отдалю микрофончик, чтобы меня было не так уж громко слышно. О. Долгая загрузка какая-то. О, прошла. Мой дорогой Томас, я вынужден написать не то, что хотела бы. Мой отец узнал о наших планах, любовь моя. Но это ведь не все. Есть кое-что еще, намного хуже. Я очень надеюсь, что ты поймешь. Боюсь, ты решишь, что я сошла с ума. Мой отец, как мне кажется, пытается использовать меня так же, как и раньше он использовал мою бедную матушку. Он желает, чтобы я пела для него, как раньше пела она, чтобы привлечь внимание к этому проклятому клочку земли. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. Тебя, поверь мне. I beseech you to compose a melody for me. I counted to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love. Always. Твоя любовь Elizabeth. Навеки, Элизабет. А, это зло будет... Как это сказать? Сложно сказать, короче. Только чистое сердце может петь. Окей. Как-то они выбрали довольно такое место для скримера. Не очень. Чтобы так легко напугать, это не удастся. Даться. Фонографы для сохранения. Это, конечно, такой фонограф. Так, ноты. Томас Эванс. Угу. Он положил их в портфель. Эти ноты. Я это записываю уже третий раз, потому что я два раза пытался с помощью бандикама, но FPS так жрало, что я вот представляю, игра... А, я забыл сказать, игра наподобие Outlast.
Поэтому мне не нужно, чтобы меня FPS приседал, потому что я знаю, что мне будет что погореть, когда буду убегать от врагов. Так, проверить. Музыкальный медальон. Ну, какой-то треугольничек. Может, он так и должен быть. Либо это ключ для чего-то. Как тоже вариант. Так, что здесь из карта недоступна? Примечания, фонографы. Письмо Элизабет. О, подожди, я могу письмо Элизабет рассмотреть? Да, могу. Scare to hotel. Scare hotel. Так, пока что мы про... Ой, конечно, мылое такое. Та карта, где мы хотя бы. Так, Иришевое какое-то море. Берег Скера. Так, Скер-отель. Так, я на Скере-станции, да? То есть мне нужно идти по дороге. Через дорогу. Через горы. Короче, до хера и долго мне идти в ту сторону. Так, пока я не шел, может тут еще что-то есть. Так, мне что... Что-то меня тормозит. Типа мы сюда без багажа и всего такого, да, приехали? Так, какой-то треугольничек. Так. Грандиозное. Повторное. В смысле? Повторное открытие отель Скер. Специальное выступление Элизабет Уэллс. Новость. Скверная дева. Дочь знаменитой. Поющие сенсации. Пруденс Уильямс. Наслаждайтесь исцеляющим спокойствием и целебными водами мыса Скера. 30 октября 1897 год. Ну, окей. Почему я... У меня карта добавилась? Мне интересно. В смысле карта недоступна? Вот карта. Запомни ее, парень. Вот карта. Ты должен ее запомнить. Монать, у нас сердце стучит. Я хочу рассмотреть, что у нас тут вообще есть. Мы с Кера. Отель Скера. Я слышу, как будто кто-то еще ходит. Вместе со мной. Манай звук, мне стрю... Мне звук пугает. Я понимаю, что здесь ничего нету страшного, типа только сейчас только начало. У меня просто... Ходьба главного героя пугает. Потому что меня дают и в левое, и в правое ухо. Немного пробежимся. Ну, я понимаю, что мне предлагают пойти в ту сторону. Осторожно, злая собака. Ну, смотря по заросшей траве, навряд ли тут... Хотя... Кто его знает... Походу, это Элизабет поет. Так, давайте посмотрим выдержка нашего героя, насколько он может долго бегать. Наверное, потому что мы играем на легкой, он...
Не, я не хочу, чтобы наш герой был... Это не очень, ладно. Всегда все равно... А ну-ка. Я просто, так сказать, оцениваю. Если он сейчас тоже будет бесконечно бегать, то я сразу ставлю легкую. Короче, понятно. Он что здесь, что там бегать одинаково. Все, спасибо. Все, отдышись, парень. Мы идем с тобой по лесу. Не бойтесь, это у него сердце стучит из-за того, что мы пробежали. Так, там что-то есть. Нет, это у нас тут запер. Ага, нам предлагают туда пойти. Это было в немалой степени благодаря моей... Ну что, мы смогли открыть это Лескери и приступить к благотворительной работе. Мама? Мама. Дорогая, разве ты не видишь, я записываю? Что я тебе говорила? Никогда не беспокою тебя, когда дверь закрыта. Прости, мама. Ну ничего страшного, не произошло, захочу еще раз позже. Но раз уж ты здесь, моя дорогая, почему тебе бы не спеть для меня? Конечно, мама. Освещать свою земную сестру. Всю ночь напролет. Так, это ты есть, интересно, или нет? Сейчас, а ну-ка. Да, это есть фонографы. Вы мне предлагаете сыграть это? Фиг знает, прям погнали отсюда. Так, кто-то здесь любовался птицами. Так, речка, там что? А, это прицел, я думаю, какой-то круг. Беседка. Мостик, лодка. Здоровый лесок, я вам скажу. Не, я мог, конечно, все это дело бежать, но мы можем просто идти и рассматривать, что у нас тут есть. Звуки как... Серьезно, кто-то будто сзади ходит. Нас минут геймплея уже прошло.
Хотя в какой-то степени, наверное, нас с вами, так сказать, знакомят с локациями, где мы будем с вами бегать. Возможно. Вон, тут есть трубы. Лес. Речка. Это что такое? Ой, собака. Для чего собака куда-то убежала? Такое, вам скажу, болотце. Как будто что-то выбраться может оттуда. Если я побегу, на меня, наверное, псина нападет. Потом я не хочу рисковать. А нам это не надо. Рискованные шажочки делать, да? Хотя, ладно. Не-не, сердце стучит. Наше с тобой сердце постукивает. Мышка, знаете, так медленно, так киноиндустриально. Вау. FPS полетел. Мана, что здесь с травой происходит? И почему теперь у нас другой вид? Мы же отсюда обходили. Странно. Очень странно. Наслаждайтесь музыкой. Так, у нас есть двери справа. Телега слева. И лес справа. Почему я не могу ничего исследовать? На, видите, как эта херня, короче, размытие идет. Хотя размытие убрато. Так, мне по-любому сюда. И сраные мошки какие-то летают у меня около экрана. Так, молочная продукция. Оп. Открыть. А, даже... Двери открываются как-то размывчато. Видите? Остаточный след виден. Вот, хоп. Как будто наш герой находится сейчас не в сознании. Странно. Здесь что у нас? Показалось, что люк какой-то.
и такая игра себе. Ну, пока что, типа, первый взгляд на игру... Пока что, ну, не очень. Может быть, дальше будет сок. Фиг его тоже знает. Все, наигрались. Игра полетела. А не, продолжается. Так, цель обновлена. Окей, у нас есть... Очень... А чего такой свет? А, ну ладно. У нас есть следы крови. Да-да, давайте меня пугать. Страшно. Страшно. Но я видел, как эта херня подвинулась. Вау. Окей, у нас есть телефон, две лестницы, одна закрытая, лифт. Четыре чего-то. Понятно, еще чего-то. Светлой памяти Прендес Уильямс, 1852-1892. Скерская дева. Пусть твоя песня живет вечно. Это Томас. Элизабет, это ты? Томас! Томас? Мой Томас! Ты не представляешь, как прекрасно слышать твой голос. В письме ты писала, что-то произошло. Где ты? У меня нет ни слова, ни смелости, чтобы выразить это. Это слишком ужасно, чтобы вспоминать. Пожалуйста, будьте осторожны, любовь моя. Это место перестало быть безопасным. В письме ты писала... Где ты? Здесь наверху я в безопасности, но я не могу покинуть комнату. Мне пришлось закрыть и заблокировать дверь, спрятаться от остальных. В письме написала... Кто? От кого ты прячешься, Элизабет? В письме ты писала... Я молилась, чтобы оно дошло до тебя. Я надеюсь, что ты прочел. Я знаю, моя просьба могла оказаться странной, и боялась, что что все напрасно, что все уж позади. Кто, от кого ты прячешься, Элизабет? Мой отец и дядя персонал. И поглотила тьма, которая живет в этом месте. Они уже другие, бродят этому залу, нападают на любого, кто издает хоть какой-то-нибудь звук. Пожалуйста, Томас, слушай внимательно. Вместе мы сможем положить конец этому всему. Мой отец записал песню на мелодию цилиндра. Это странная мелодия, которая дурманит разум. Если проиграть всю цилиндру вместе на фестахане, это безумие прекратится. Ты должен найти и принести их мне. Окей. You must find all of the brass cylinders. Окей. Как я понимаю, мы отсюда будем потом текать, потому что тут свечи, а это вентиляция. Зинь. Да, довольно. Ну, короче, это
просто звуковые пугалочки, то есть... Так, речь Исаака на грандиозном повторном открытии. Прочесть, вращать. Ну, давай прочесть. Генеральная репетиция грандиозного повторного открытия. 22 октября 1898 год. Подготовка большой физгармонии. Нанятие большого персонала, проверка звука, подготовка сцены, распечатать плакаты и баннеры для газового события. Главного газового. 30 числа. Украшения, фланги и баннеры. Дополнительные стулья. Заказать еще вина. И доставка икры. Все. Окей, это доп-карта, да? Найдите цилиндры в отеле. Это, походу, цилиндр. Так, обследовать отель. Окей. Но мы можем сейчас выйти отсюда, посмотреть все, что здесь есть, а потом уже пойти сюда. Так сказать, исследовать потихоньку будем. А, так вот, подождите. Нам сейчас открыто вот это место. А, плевать. Так, а можно я немножко клавиши контроллера поменяю? Клавиатура, мышь. Почему на C? Скопить на C. Приспособление. Использовать приспособление. Задержать дыхание. Карта, записи, журнал. Ладно. Привыкнем, думаю. Королева Виктория. Здравствуйте, миледи. Валикийский дракон. Отель Скер. Английский бульдог. Хотя, возможно, это была не кровь, а как раз вот эта вот краска. Восточное крыло. Да. Все скрипит, все трещит. Говорится, пока что не... Фу, ну это призрак пролетел. Западное крыло, ага, закрыто. Почему меня пугает этими странными звуками? Не, понимаю, я очень впечатлительный человек, и... Мне, так сказать, атмосферные игры, да, своей музыкой. У меня жесткое погружение в них идет. И вот так не напугать мне на самом деле довольно просто. Хватит одного просто скримера слабенького. Так, надо 4 как раз вот этих, о чем мне говорили, да? 4 херни.
Но если, как Элизабет говорит, враги сбегаются на звук, то, скорее всего, мне нужно будет потом сыграть осторожно или довольно быстро. Так, там еще есть проход, и там даже, можно сказать, лифт. Ну что, нам только сюда. Ага. Так, какой-то проход. Ага, у меня даже вот мое ХП. А это какая-то херня со осьминожкой мне нужна. Но уборные не всегда страшные. Ну, слушайте, в принципе, здесь есть шкафчик. А если есть шкафчик, значит, тут нужно будет прятаться. А если тут нужно будет прятаться, значит, кто-то будет не только, который по шагам ориентируется. Знаете, звуки вот эти довольно громкие, я вам скажу. Так, подождите, откуда мы пришли? Так, стойка регистрации, ресепшн и туалеты. Ну там слишком темно. Давайте я открою хотя бы двери. Я посещу еще вот эту вот комнатку. И мы закончим. Вы скажете, какого черта я вам... А я вам скажу даже. А я вам скажу, потому что у нас уже времечко, ребятки. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. И на этом закончим. Ну, тут есть сейвинг, я вижу уже сразу. А, Айзек. Что за черт? Опять эта мерзкая дворняжка здесь. Отец, она всего лишь страдает. Вот и все. Я одинок. Сейчас у нее появится причина пострадать. А ну иди сюда. Арева? Аврам? Куда делся мой никчемный братец? Отец, пожалуйста. Пожалуйста, она просто скучает по маме. Аврам! Аврам! Избавься от этого пса раз и навсегда. Ну, думаю, продолжение понятно, да? Айзек Вильямс. Окей, тогда я думаю, так сказать, вступительная часть. Наверное, дальше по-любому пойдет уже бздец. Поэтому мы заканчиваем на этом, ребятки. Я понимаю, что ничего страшного не было, но нас, считайте, было... 3 скримера. Первый... Ну, блин, видите, звуки, они сами вот это... Как будто что-то шевелится. Может, просто в тайминг попало, что может быть... Хотя, может быть, там и что двигалось. Когда мы зашли в дом, там, получается, мне показалось, что подвинулась немного лавочка. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.